Всем доброе утро, мои дорогие. Добро пожаловать ко мне домой. Я всем вам очень рада. Меня зовут Ирина, я рассказываю о цветах в интерьере. Сегодняшний контент практически для всех любителей цветов, которые просили меня показать, как все-таки поживают мои комнатные цветы. Это основная тема моего канала. Но так как цветы расположены в интерьере, тем более в оранжерее, я вам не могу пока показать. Вот отчитываюсь. Это третий этаж. Это комната единственная отделанная в доме. Ну, более-менее с ремонтом. Подозреваю, что здесь даже работали дизайнеры. И расскажу, почему. Потому что вот здесь вот на стенах вот такие картинки. Они вот с эскизами комнаты. У меня на полу тут, вот где я стою, как раз матрас еще старый. Стараюсь вам не показать всю эту красоту, в кавычках. Стараюсь вот так поверху провести, потому что уж совсем, чтобы вас не шокировать. Это комната, ну, громко говоря, клуб. Не очень громко бар. Здесь мы сгрудили все, что возможно, потому что в остальных комнатах планируем ремонт. Поэтому вот здесь у меня, смотрите, вот наш диванчик из старого дома. И светильники. И остатки мебели из ванной. Вот там вот и зеркала, видите. Вот так вот расположены цветы. Я, в принципе, даже не пролезу туда к ним. Это часть цветов. Ну, процентов, наверное. Сколько? 50. Ну, может, даже поменьше. Интересная комната. Вполне себе уютная. Здесь спать, кстати, приятно, потому что здесь есть кондиционер, вот такое вот окно, и там за окном трамвайчик так уютно громыхает. Я все время про него вам рассказываю. Вот только сейчас здесь где-то... А, вот Костя. Смотрите, Костя. Вот на полу серенький, видите? Побежал. Новый член семьи, знакомьтесь. Это вот остатки, как я вам говорила, из ванной. Мебель. А вот там Костя. Его побрили. Осталась только кисточка хвоста и мордашка. Костя Спицын. Те, кто уже смотрели мое видео, помнят, у него лапки были переломаны, спицы там у него в ногах. Ну, так-то фамилия образовалась. Ничего, бегает. Незаметно тот вот. Сейчас давайте свет включим. Если кому-то интересна комната и вообще дизайн, я потом... Постель. Ага. Я потом, если интересно будет, я расскажу. А пока вот так, видите, мы вот испортили всю эту красоту вот этим всем своим барахлом. А так, в принципе, здесь интересно. Вот там, видите, бочки с вином. Этот глобус — это наш, вазочки и всякая ерунда бумажная наша. А вот здесь вот жил любитель футбола, фанат, любитель пива, я так подозреваю. Вот так вот все серьезно здесь сделано. Вот со всеми мужскими наворотами. Вот. А здесь вот такой, как бы мне пройти сквозь эти джунгли. Вот такой вот столик. Планирую, что он будет когда-нибудь рабочим моим. Ну, так компьютер поставить, кресло. Тоже на бочках буду сидеть. Ой, сейчас упадет все. Ну, я всего на несколько минуточек вот так вот вам покажу. Потому что вроде как обещала. А показывать получается просто вот такой бордель. Ну, в смысле бардак. Вот такое вот зеркало мне друзья отдали. Друзья моей дочери. Я его хочу в прихожую куда-нибудь. Хотя у нас мало места в коридорчике. Симпатичная штука. Ну, понятно, что это новодел, это не старина, но все же. А здесь вот так вот. Вот так вот. Интересно, да? И всякие такие из 90-х, из 80-х. Вот такие вот штуки, как из фильма «Бригада», помните? Сейчас я постараюсь по верхам пробежать, чтобы, опять же, постелька не влезла в кадры. Ну вот, получилось опять больше не про цветы. Это вот остатки здесь книги лежат, сохнут, попали под дождь. Не могла распрощаться с О. Генри, потому что, ну, нельзя такие книги выбрасывать или отдавать. Вот Костя. Костя.
То ли и дружат они. Иногда носятся по этажам. Вот так. А вот дальше весь основной дом, видите, какая там разруха. Старый линолеум, обои из 90-х. Поэтому даже показывать не хочу. Вот здесь более-менее симпатично. Ну, в принципе, вот и цветы здесь. Когда тут вот оранжерейку сделаем, попрошу, конечно, помощи ваших советов. Потому что у меня в голове пока белое пятно о том, как все это будет внутри. Как расположить, как утеплить, как... Ну, в общем, куча вопросов. Если есть у кого-то идеи, поделитесь. А может быть, даже у кого-то есть свои планы, мечты с какими-то задумками. Если не жалко, рассказывайте. У меня пока полный ералаш в голове. Ну вот и все, дорогие мои. Я побегу во двор. Нам сейчас там бетон привезут, дорожки будем заливать. Если все получится, если мы не завязнем в грязи, потому что там был дождь. Ну это так, мелочи, отступление. Я вас всех, цветоводы мои дорогие, уважаю. Прижимаю вас всех к своей пышной груди. А некоторых, как всегда, целую. Пока-пока.